Савр Катаев создал инструментальную сюиту в 13 частях «Бумбин Орн». Исполнение сюиты автор музыки мыслит в жанре концерта-спектакля, повествующем о прекрасной стране Бумби и ее героях. В рамках фестиваля прозвучат 4 части сюиты. Пролог, шулмусы, хонгар, эпилог. На сцене государственный хор Калмыкии имени Анатолия Цыбекова, Государственный симфонический оркестр Калмыкии и Камерный оркестр Астраханской государственной филармонии. Соло на домбре Дельгир Зарахаева. Дирижер, автор Савр Катаев. Исполняется впервые. Thank you.